Всем привет! Сейчас расскажу, как найти теги для вашего видео. Так, ну допустим, вы собрались создать или создали свой видеоролик там на какую-то тему, там приколы это или там лайфхаки или, я не знаю, там нарезка всякая музыка. Вот. Вы, в принципе, если вам не хочется писать теги, выдумывать там что-то, вот вы берете, в принципе, похожий ролик, ищите в YouTube. Там, например, вы создали там нарезку приколов, там, приколы пишите, приколы. Я работаю в хроме, в браузере. Так, нашли приколы. Вот, например, значит, открываем любой видеоролик. Ну, в основном смотрите тут по просмотрам, где-то более популярные. Там, например, ну, такие вот приколы. Здесь тоже сразу приколы пошли. Так, вот на странице, вот под роликом, нажимаете правой кнопкой мыши. Потом нажимаете, выскакивает табличка, потом нажимаете просмотр кода страницы. Вот, выскакивает вот такой вот куча текста. Сейчас вот выскочила. Потом нажимаете кнопочку на клавиатуре F3. И вводите, у меня уже просто введено, вводите вот такое вот слово. Копируете. Вводите именно, оно будет у вас пустое. Такая вот, когда нажмете F3, у вас выскочит такая пустая табличка. Нажимаете ставить. Вот, и у вас сразу же появляется вот выделено таким вот оранжевым цветом желтым. Это слово. И после него идут все теги, которые непосредственно записали под этим видео создатели данного ролика, который вы открыли. Вот. Вы берете их, выделяете, копируете и вставляете под свой видеоролик. Можете изменять, добавлять, там, смотрите на свое усмотрение. Вот. Все, всем спасибо, пользуйтесь. Всем пока.